В концовке 7-8 команд, которые играли с тремя защитниками, а позапрошлом сезоне аж 10-12, то сейчас вот в этом третьем туре чемпионата, и, конечно, мы тоже знаем получше состав этой команды. Юта Нагатомо 55-й и Данила Домброзе номер 33. Они будут играть латералями по бровке. Опорный хавбек 18 номер Гарри Медель. Ну и дальше группа атаки. Есть два нападающих. Ой, какая ошибка перед своими воротами. И гол! Палермо открывает счет на третьей минуте. Что ж там произошло-то? Раноки? Мы давайте смотреть. Вот мяч в штрафной. А, это Видич. Это наш друг Видич. Ну что ж, в Манчестер Юнайтед сейчас тоже не все в порядке с обороной, как мы знаем. Может быть, Видич думал, что он приехал туда, где подстрахуют, даже если ты занимаешься нелепицами такими. Совершеннейший, чудовищный, идиотский. Была такая старая-старая интермедия про плохой футбол. Асвальдо, Ковачич! Гол 1-1. Ну вот, Ковачич пришел к чужой штрафной, но для того, чтобы Интер забил, мастеров в атаке Интера хватает. Ну вот, смотрите, как нелепо сыграл, глупо ошибся Зуфедал. И мяч вылетел на ногу Ковачичу. Тому хватило, как и Гуариду, кстати, пятью минутами раньше, одного касания для...